Навигация 2016 завершается. Многие порты республики уже отчитываются о том, сколько работы проделано в этом сезоне. Среди них и порт поселка Тикси. Из Булунского района передают наши корреспонденты. В этом году в поселке Тикси Булунского района навигация началась с июля месяца. Во время навигации возобновились отправки пиломатериалов на экспорт через морской порт Тикси. Наш порт посетили более 20 судов с генеральными грузами. В итоге грузопереработка порта составили более 15 тысяч тонн груза. В числе переработанных грузов порт отправил 1160 тонн металлолома, собранного и заготовленного собственными силами. Остальные были грузы продовольственные, строительные, обеспечивающие жизнедеятельность района и поселка Тикси. Хотелось бы отметить то, что в этом году достичь нашего, так сказать, умеренно оптимистического прогноза помогла позиция руководства Алмазова Набара, которые перенаправили часть груза к нам, вот, что нам как раз помогло где-то порядка 3000 тонн переработать. Заходило крупнотоннажное судно к причалу, которое мы благополучно обработали, погрузили тот объем, который был нам заявлен, вот, и судно ушло отсюда. Но хотелось бы отметить, что вот по результатам вот именно судозахода этого, мы уверены в том, что порт требует реконструкции, модернизации, в частности, увеличения глубин на подходе к причалам и у самих причалов. Тогда бы спокойно мы обрабатывали крупнотоннажные, ну не сильно крупнотоннажные, где-то порядка 7 тысяч тонн суда у причала, что помогло бы увеличить грузооборот порта и сохранить, так сказать, деньги здесь у нас в районе, в республике. Практически все намеченные цели выполнены, навигация завершилась благополучно, и есть надежда, что порт получит положительный финансовый результат. Ольга Григорьева, Валерий Савельев, НВК Саха, Тикси.